Матч 1/8 финала на Кубке африканских наций. Нигерия против Туниса. Лучшие моменты этого матча. Подача с угла поля. Удар не происходит сразу. Вынесен вроде бы мяч. Через себя пробует Вилфред Ндиди. Мимо ворот мяч пролетает. В самом дебюте встречи эпизод происходит. И Вилфред Ндиди порадовал нас акробатическим мастерством, но не точным ударом. Бена Саида не потревожил. Выход к чужим воротам у тунисов. Подача есть. Удар по воротам. И снова Ндиди выносит. Допустили Тальби к мячу. В первом тайме особенно больше и не было эпизодов. Мсакни обыгрывает. Мсакни! 1-0. На 47-й минуте Мсакни из-под защитников, обыграв того самого Ндиди, пробивает с отскоком прямо перед вратарем. Окоя оказался не готов. Симон. Ндиди снова над перекладиной, сильно выше. Ну, если не бить по воротам, отыграться будет сложно. Отчаянные попытки отыграться, конечно. Замены уже тоже произведены. И нарушение от Алекса Ивоби, который 5 минут назад появился на поле. Желтую карточку получит. Нет, все-таки очень опасно, конечно. Он пошел и мог нанести серьезную травму. Мсакни, автор единственного гола. Красная после просмотра. Сам сходил судья Магетен Диае посмотреть и дал красную карточку. Удар издали. Еще один замечательный удар издали. Но в этот раз справляется Окоя. Пас по флангу. Шикарный выход. Садик катит мимо угла все-таки. Добавленное ко второму тайму время. Мог спасти сборную Нигерии. Садик. Тунис одерживает победу. 1-0.